Я рай-тай, рай-тирам, дири-дири-я-да-тара-там, дрям-пам. Вот смотрю я на вас, хлопцы, и удивляюсь. Ничему же вы не научились. Нет, верно. Живем дружно, одной семьей, а картошку чистим в разные ведра. Глубокая мысль. А ты изложи ее дежурному по кухне. Да что дежурный? Все же зависит от вашей сознательности. Не любишь ты работать, а? Кто, я? Да я в деревне был первым человеком. Ну чего? До сих пор советую. А недавно одно им предложение подкинул. Благодарят. Ящик халвы прислали. Не знаю, что с ней делать. Тащи сюда, поможем. Да? Вот это друзья. Значит, халву есть поможем. А картошку чистить? Сколько принесешь? Ведро картошки, кило халвы. Так, ну а если обманешь, порядок. Дежурному по кухне скажу. Понятно. Чистить весело картошку одному на целый взвод. Ложки, миски, поварёшки приготовить наперед. Ложки, миски, поварёшки приготовить наперед. Было бы лучше в это время кушать грушевый компот лично для меня. Ну а ты? А что ты не на кухне? Там ребята душевные ценят. Без сомнения на зарядку хорошо поутру встать, рассчитаться по порядку и руками помахать. Рассчитаться по порядку и руками помахать. Было бы лучше в это время спать да спать лично для меня. Уступи-ка место, дружок. Как приятно всем нарядом блеск казарме навести, навести везде порядок, подгрести и подмести, навести везде порядок, подгрести и подмести. Было бы лучше в это время время с милой провести лично для меня.